Всем привет! Срочное сообщение приходит из Дагестана. Дело в том, что протестующих дальнобойщиков заблокировали войска и полиция. В Дагестане к месту стачки сейчас протестующих против систем Платон прибыли на место сотрудники Росгвардии. Также стягиваются войска. Сейчас, по данным активистов ОПР, протестующим также заблокировали мобильную связь и интернет. Люди не могут достучаться, дозвониться до родных и близких, а также до журналистов. Срочное внимание, срочность информация. Это похоже, знаете, на какую-то гражданскую войну. На самом деле, дальнобойщики, протестующие в Дагестане против системы Платона, там порядка 1500 фур протестуют. Также и Северной Осетии. В Дагестане сейчас стягиваются войска. Они окружены ОМОНом, Росгвардией. А мобильную связь блокируют. Мы уже сталкивались с блокировкой мобильной связи, когда дальнобойщики протестовали, в Химках стояли при походе на Москву. Мы знаем это не понаслышке. Интернет тоже блокируется. Просьба расшарить эту информацию по родным и близким, по знакомым, пускай знают, что на самом деле происходит. А дальнобойщики пытаются связаться со средством массовой информации непосредственно в республике, но телефоны не отвечают, и с ними их ситуацию сейчас никто не освещает, кроме как информационного агентства «Кавказский узел». Вот ОВД-Инфо тоже передает эту информацию, что в Дагестане к месту стачки дальнобойщиков, протестующих против системы Платон, ввели войска. Интересная ситуация развивается у нас в Российской Федерации. Протесты против «Он вам не Димон», да? Сейчас осложняется конфликт на Кавказе. Это можно сравнить с 17-м годом, гражданской революцией и, как бы ни страшно звучало, гражданской войной. Власти не слышат, они только усугубляют сейчас протест. Иван, сейчас в Дагестане к протестующим дальнобойщикам, а там 1500 фур протестует, их обложили.